Мальчишки и девчонки, а также их зверята. Ищите, куда спрятаться. Он уже рядом. Боженьки ты мой. Гроза всего живого. Сейчас начнется. Из школы вернулся настоящий хулиган. Киса! Его надо воспитывать. Ему всего 8. Просто я гиперактивный. Много энергии. Но все меняет неожиданный подарок. Книга? Капитан Шторм. Эта книга откроет для него новые миры. Каждый день отважный капитан отправлялся в поисках приключений в новую страну. Я хочу спасти его. Кого спасти? Капитана Шторма. Мне нужен красный самолет. Мне нужно попасть отсюда сюда, чтобы добраться до тех мест, где капитан попал в ловушку. В дальний путь зови самых близких друзей. Вы умеете говорить? Ты же не хотел лететь без нас, правильно? Эту компанию ожидают удивительные приключения. Внимание, экипаж, внимание! К взлету готов! Пристегнуть ремни! Во время полета вам будет предложено изысканное меню из новых открытий. Недобро пожаловать! Опасных созданий и невероятного веселья с новыми друзьями. Мы снижаемся, нас притягивает гравитация спутника Земли. Гравитация чего? Луны. Эта история полна сюрпризов. Экипаж, приготовиться к аварийной посадке. Поверить не могу, ты избежала школы, у тебя сегодня география. Отправляемся в путешествие, в котором вы узнаете много нового. Полеты во сне и наяву для любого возраста. Приключения красного самолетика.